Снежана, и вы на канале Снежана Снежок, и сегодня мы будем учиться танцевать тверк. Просто большинство в Инстаграме проголосовало, чтобы мы вставили, как мы учились, в отдельном видео. Поэтому смотрим и тоже учимся! А прежде чем вы это увидите, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на меня в Инстаграме и на меня в лайке. А теперь погнали! Эй, красотюшка, записывайтесь, 500 баксов 1 минута. Хотя, стоп, это что за хореограф? Там что за уроки должны? Короче, ты тут бьешь его, Катя. Да. Дешман. Так. Короче. И потом еще раз, типа, от бенда, да? Только уже, так, и только потом после этого, типа, мы сразу прыгаем на бок. Катя, вот так? Так, поворачиваемся. Так, вниз. Так, налево, Катя. Направо. И потом... Очень. Вот тут можно
задержали. Если дальше бы все делали, было бы все равно прислать. Пожалуйста, давайте до Тихонько, Снежана, ты больше всех. Давай. Все, мне кажется, готово. Кто за? Давайте. Подождите, да? Подождите. Давай. Сейчас мы будем пробовать такой вкус по фанты. Открывай. Открываю. Короче. Так, открываем. Уходим от взрыва. Смотрите, какого она красивого цвета. А я никогда не видела. А что так, ты что так мало? Подожди, надо же всем пойти. Да, ты куда пьешь? Надо посмотреть, чтобы всем было равномерно. Давай, Снежа. Да. Куда ты такой? Все, да. Вот, посмотрите, какого она цвета. Сейчас будем пробовать на вкус. Да, серьезно, чувствуется виноград, очень вкусно. Пробуйте. Чувствуется виноград, очень вкусно. Очень красиво. Короче, просто не надо, надо пробовать. Это вкусно. Тут ничего говорить не надо, тут всем надо советую. Пробовать. Тут надо пробовать. Прошу не хейтить, это было ваше задание, которое мы старались выполнить. Поэтому всем пока, всех люблю, пока-пока!